Привет, Влад, привет. Как меня слышно? Или слышно вообще ли? А ну да, ну аж... Конечно. Покататься, просто как бы... Ой, блин, забыл этого. Да, дашборд забыл включить. Да не, ну, я тебе скажу, знаешь, за сколько я взял эти, это винговские наушники, я тебе сфоткаю потом в Телеграм сброшу. Короче, они 260 гривен что-то стоят, но звучок у них классный и это, микрофон получается нормальный как бы. И плюс там у меня еще бонусы были, короче, они мне вышли что-то там фигню вообще. Это просто, что я сегодня там донастраивал, потому что вчера шумы еще были. Вот. Так что то как-то так. Ну и вчера катался Race Room. Кстати, короче, я сегодня поменял прошивку на T300. Была 29-я версия, стала 34-я. Руль вообще по-другому работает. Вот бараны, глянь. Что чудят, блин. Баран, блин. Ну какого хрена вот это он мне лупашит? Короче, драйвер обновился, вообще другой руль по фидбэку, прикинь. Даже и не думал, что такое будет. Да-да-да, я слышу, все слышу. Ну да-да, это, ну это уже 34-я версия. Я просто думаю, знаешь, не обновлялся, что типа хуже не было. А оказывается, как бы это самое, ну то есть, работают получается. Куда вот этот придурок сзади несется? Я в шоке, бля. Летит куда-то, бля. Не, ну поприятнее такой фидбэк стал. Какой-то и не настолько... Ну, жесткий, понял? Как ты говорил, в центр смещения. Вот, ну... Эффекты как-то лучше слышно. Короче, я чувствую с этими чуваками капец будет сейчас, как обычно.
Так летают, и блин. Сейчас один боевой дам, попробую. Не, лучше, однозначно лучше фидбэк. Так что, Влад, Т-300, по крайней мере, самый более бюджетный вариант. Ты у Летучего спроси, типа, за прошивку. У него ж ты говорил. На какой он? У меня была 29-я, а сейчас я 34-ю поставил. Реально лучше. И рулится по-другому. Короче, теперь в этот фидбэк надо вкатываться. Прям аж кайф, блин. Вот сейчас, я думаю, и время должно нормальное быть. Сейчас здесь должен получше. Да, давай, давай, Влад, спасибо, что забежал. Здесь еще можно одну и две десять. Так, что это у нас? Это вала, да? Ой, вал, практика. Так, в принципе, поэтому нормально. Настройки заблокированы все, но оно и к лучшему. Ну, Пьежич вот этот, что вчера там был, тоже нормально. Что-то пишут импортное, как спасибо. Придется.
хорошо, хвала. А народа так нормально насобиралось. Сколько нас? О, да тут, блин. Сейчас начнется. Так, поехали. Квала. Ой, блин. Надо по-быстренькому отвалиться и пойти курнуть перед гоночкой. Чем симрейсинг хорош, так это можно бутылочку пивка и между гонками на перекурчик сходить. Шучу. Получится с первой попытки круг собрать. Что? О! Ну. Вот как. Ну, ладно. Думаю, топ-10 на старте точно буду. Надо не забыть, что лаунж, что фальстарта есть. Так, я на перекур, 5 минут осталось.
Так, я здесь. Пока топ-5. Чат. Не вижу. Так вроде вижу. Главное, на чат сильно во время гонки не отвлекаться, потому что чревато. Так, Куми. Первый сектор у него на 8 сотых быстрее. Второй сектор я вообще пролетаю. Ого, аж почти 5 десятых. Ну, третий почти так же. В принципе, лучшее время у меня здесь 1.48.2. Ну ничего, зато интереснее будет. Сейчас минута 30 еще квалы. Главное не затупить на старте. Лаунж. Наверное, первая и вторую, чтоб передачу вовремя втыкнуть, чтоб не забуксовалась. В общем, сейчас два варианта. Или Т, это 1-2, на втором, или боулинг будет, или дружно проедем. Ну да, там еще и Т3 есть, который на 90 градусов правый. Тоже такое себе. Ну, пока пятый, да. Пока пятый. Ну, где тут лидеры, кто у нас? Уми. Сейчас посмотрю. Он на трассе. А, нет. Так, топливо ж надо добавить. Ой-ой-ой. Тут не забыл. Так. И ну. 1,5 литра, 2 останется, но может потом прорегулировать. Да, пока пятым. Что, полетели? Боулинг, дело такое. Мне кажется, аудиохи сейчас после патча более такие порезвее стали. И так, сейчас решеточку, лаунч и погнали. Возможно, пробираться буду. Лопатка убежал. Главное, драйв-тру не словитесь. Так, полетели. Зеленый сигнал светофора. Вот он. Блин, третью поздновато, наверное. Ай-яй-яй. Все, штраф поймал. Ай-яй-яй. Не трогайте меня. Лады, бля. Ох, три машины впереди. Сейчас что-то будет. Надо
Ай-яй-яй. О, глава. Вот это заруба. Вы видите, что тварь... Ай-яй-яй. Какая веселуха. Блин, я уже восьмой. Я внутри. А он и не видел. Ой, красиво. Ой, красиво. Все, теперь уезжаем от них. Несет. Не, ну гуми понятно там. Паренек не попал. Пушту пас. Короче, выжил. Ты штраф поймал или нет? Давай, давай, слепстримчик. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто ж так тормозит? Ай-яй-яй. На выход лучше. Mm-hmm.
понял, это по круговой. Да. Куда ты? О! По-моему, сейчас лучшее время мы. Да, 48-138. Вроде как чуть-чуть догоняю. Еще улучшил, 47 зайду, что ли. Датчик.
блин, не получилось. Трап надо еще сбросить. Вот что-то так вытормозился очень хорошо. Может даже есть шанс за второе поворота. Переборщил. Не знаю, наверное, не достану я его. Давай, давай, родной! Может, получится. Давай. Может, ошибешься? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Эх, какую гонку запорол.
подвесочку подушатал. Ну, бывает. Эх. Мог бы на подиум. Да. Если три круга до конца не ошибся, может быть, этого педа стал. А так уже начал рисковать на позднем торможении и не вытормозился, короче. Резина уже изношенная была. Но как бы лучшее время 1.47.961. У всех 1.48. Так что. И в Белгуме второй. А, нет, Хаддерс первый. Бывает. Так, что здесь по секторам? А, у нас еще Хокенхайм есть. Опять. Что у нас GTR-4 лот на лотусах. Дубай GTR-3. Ну тут в рейсруме GTR-3 не такое. 192 год пушки машины. Сейчас надо посмотреть, если народ соберется. Понял. А что мне? Что мне этот не дает сервер? А, тут типа квала уже пошла. А тут грид был 36 машин, получается. Ну, там, кто не доехал, раньше повыходили. Нифигово, 36 машин в заезде. Сейчас обновим. На стриме интересно. Кулажди показывают или нет? Да, настройки кулажди стоят. Наверное, мобильный интернет надо поставить.
Так, что еще раз? ТТшки. Сейчас включу кого-нибудь. Так, я здесь, а практика идет. Вот этот примерно в мое время едет. Ну, стабильное время.
Так, всем здорово. Кто там присоединился? Сейчас будем наваливать. Рейшин надо убрать. Чувак без радара, наверное, вообще едет. Промазал. Не вытормозился, короче. Крышу кто-то поймал. Да, такое бывает. Более правильно зашел и уже полторы десятки себе привез.
от снесло. Да. На 20. А, топлива нет уже. Так, а я баланс тормозов поставил или нет? Это пока практика. Сейчас квала будет, а потом. Кто здесь у нас есть? Вот этот пирс. Валит. Короче, сейчас, ну, главное в топ-5 попасть. Так. Вперед 60, 42. Да. Вроде бы как. Да и ничего. Славонча попробую старт, блин, потому что в прошлый раз что-то третье не вовремя вообще, блин. На второй забуксовывается. Квалификация. Тут квалификация раздельная. И каждый свое время, чтобы не мешал. Если перегрузится. О, да. Шо, полетели на квале?
Ай-яй-яй. Срезка. Перед десятки ведет мне. Просто чудно зашел в этот поворот, просто чудно. Блин, в отсечке. Это вообще. Довести пищу это время. Блин, все равно потерял. Ну, второй. А, 53 секунды, не успею.
Ну там третий, да? Да. Две десятки. Второму месту. Ну, почти. Две. Ой, ну да. Топливо надо. 20-ка. Так, и лаунж сейчас. Надо нормально включить скорости. Вот это грид. Виртуальных. В реальных и не соберешь. Машин, блин. Но это, конечно, и нереальный. Так, ну что, поехали. Внимание на светофор. Старт не очень. Строимся. Опа. Пуштопас. Крыша. Ой-ой-ой. Блин. Эх. Короче, подвеску. Кокошка. Да, повреждена подвесочка. Ой! Ой. Короче. Блин, короче, вот так и бывает. Попал на вот это скользкое покрытие, машина не затормозила. Писаться еще вот тут. Хорошо, что виртуальные машины, а так бы... Надо доезжать.
все, руль уже бьет. Резине хана. Ну ладно. Может, кого догоним. О, мой соперник. Куда ты уехал? Меня не зацепил, блин. Джонс 12,5. Хотя так приближаюсь, может и догоню. На вот этом скользком подскользнулся, блин. Бокса дисквалифицировали. Передок вообще не рулится. Вот этого товарища должны догнать. Сейчас закрываться еще будет. Не, я не закрывался. А, у меня же еще пушку плаца есть, блин, я ни одного еще не использовал. А это кто? Короче, или доезжают до финиша. Вот опять проскользнулся. Теперь 5, 4, может и следующего догоню. Ага, догоню.
цепочки торможения не сдевал. Да, так отвалится и так гонку просрать. Крышу не хватало поймать. Пока. Чувак протыкал точку торможения. Так, сейчас этого будет. Ого! 15 секунд. Вот это мне. Ай. Чувствуется, что подвеску повредил.
впереди кто-то улетел. Хорошее время. Круг. Финишировал, да? Вот так по внешечке. Да. Блин, всю гонку запорол. Ну ничего, ничего. 15-м. Так, 48. А, Best Lab у Лавсона, только вот это британца. 1.47, 389 47. А тут у всех остальных 49 50 48. То есть у меня второй результат получился. Блин. Да. Что у нас тут? Может, на GT3 проехать? А, вот еще один сервер. Ну, сейчас сюда. Может, место есть. Может, нет. О! Вроде есть. Thank you.
что у нас тут практика, да? А, практика 8 минут еще. Ну ладно, посмотрим, как люди едут. О, ноги. Это, по-моему, братуха вот этого Дэвида. Ноги, то, что на ТСР-ках ездил, или на GT3 в реале. Короче, сервера по ТТ-шкам заполнены, блин. Сейчас интересная будет гонка. Так, перекурчик сейчас, потом на квалификацию еще гоночку, наверное, проеду, потом посмотрю. Может, дерта второго катну, посмотрю. Thank you.
здесь. Так, ну что, 2 минуты практики. А сколько нас вообще? О, да, тут компаха. Ха-ха. Сейчас будет веселуха. В основном немцы бандой зашли. Короче, немцы, Румыния, британцы есть. Написал. Так, по временам 47 Марин едет. Вот это примерно мое время. Да. Короче, украинский флаг один. Ничего. Ой, тут балласт еще. Лоферлера. 10 килограмм балласта. И у Микроса тоже 10 килограмм балласта. А че ж им балласты кидают? Наверное, они там в топе, наверное, идут. По рейтингу. То спина уже болит. Заруба. И тут тоже затаились. Времени на практике никто не показывал. Сейчас будет рубило. Так, хорошо. Вала. О, руль съехал. Экшен забыл открыть, не разогнался, блин. Ну ладно. Thank you.
так хорошо было. Перемудрил. Да что такое? И, да хоть бы отквалится. Концентрацию потерял. Стой! Вот эти десятки. А, 2 минуты еще. Может, еще успею. Ага. Thank you.
попал, наверное. Растерялся. Да. Так, ну что, надо хоть как не прошлый раз. Что у меня стартовать не очень. А, может по штукас надо по третьей сразу. Надо попробовать. Третья по штукас. Ну да. Да ты, блин. Цепочка веселая едет. И я такой промазываю.
блин, на торможение ошибся. Там впереди заруба. Ай-яй-яй. На следующем прямике надо пушку пас использовать.
О, ну пятый. Да. Пятый. Так, ну что, спасибо, кто заходил на стрим, жал лайки. Просматривайте, комментируйте.